Во вторник в 8 часу утра по медучреждениям Хабаровска прокатилась волна минирований. Неизвестные в этот раз не писали письма, а организовали обзвон отделов полиции и приемных покоев больниц. Аноним роботизированным голосом информировал о готовящемся взрыве и отключался. Так, террорист сообщил, что в первой краевой больнице спрятаны сразу 5 взрывных устройств на калиевой основе. Следом пошли угрозы в адрес детской краевой больницы и городской больницы имени Александровича. Далее последовали звонки с адресами детских поликлиник. В общей сложности атакованы были 1,5 десятка объектов. Эвакуация прошла далеко не везде. В детской городской поликлинике номер 1 на улице Льва Толстого решили на время освободить здание. На улицу вышли 150 посетителей и 50 человек персонала. Многие приемы у врачей были отменены. Часть хабаровчан отправилась домой, но были и такие, кто остался ждать, пока закончится проверка. Люди провели на улице около 40 минут. Ушел, кто рано был записан, мы их отправили домой. А сейчас кто подойдет, тех будем принимать. Возмущались? Мы уже привыкли, то школы минируют. Сейчас, наверное, на поликлинике перешли. Хабаровчане спокойно отнеслись к тому, что их попросили покинуть поликлинику. Всем понятно, чего добиваются люди, пытающиеся дестабилизировать обстановку. Для людей это плохо. И врачи, и люди стоят, ждут пациента с маленькими детьми, ждут приема. А приема нету. Ненормальное явление. Все объекты из заявленного списка были проверены полицией. Ни в одном медицинском учреждении взрывного устройства найдено не было. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов.